14 июня в Российской Федерации отмечается День блогера. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать у жителей, как они относятся к блогерству. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к блогерам? Ну, зависит от контента, который они ведут. Ну, больше положительно, наверное, чем отрицательно. А считаете ли вы блогинг профессией? Почему бы нет? Да. А считаете ли вы блогинг профессией? Думаю, нет. Почему? Ну, потому что снимать видео про себя, это может кого-то интересовать, а может нет. Блогеры, они ведут очень, в принципе, полезные блоги в Инстаграме. Ну, мы все, в принципе, сидим в Инстаграме, и это очень полезно. Но если так говорить, то есть нужно немного разграничивать блогерство. То есть не каждое блогерство идет на пользу нашему населению, нашим пользователям, ну, социальных сетей. Как вы относитесь к блогерам? Ну, когда положительно, когда отрицательно. А считаете ли вы блогинг профессией? Профессией, хобби, может быть, профессией вряд ли пока. Ну, не у всех удается. А считаете ли вы блогинг профессией? Да, в каком-то смысле, да. А почему вы так считаете? В каком-то смысле? Да. Ну, не закреплено законодательно. Просто, как это, ну, как вид деятельности. Ну да, это просто вид деятельности. Самозанятие. Самозанятие, да, грубо говоря. Как вы относитесь к блогерам? Ну, нормально, я иногда их смотрю. А считаете ли вы блогинг профессией? Ну да, они же зарабатывают. Ну, наверное, хобби какое-то, может. Мне кажется, если человеку нравится, то почему бы нет? Я считаю, что чем больше развивается эта сфера, тем, в принципе, страна становится более модернизированной в этом плане и в отношении интернета и свободы слова. А считаете ли вы блогинг профессией? Я думаю, что это все-таки не до конца оформленная профессия, поскольку она еще не оформлена как бы в трудовом законодательстве, но все-таки это действительно большой труд, и он окупаем в некоторых случаях так, что, в принципе, отчасти это действительно какая-то профессия.